Всем привет! Итак, сегодня в 9-м выпуске шоу «Маска» на НТВ сняли маску с белого орла, под которой скрывался уникальный и неповторимый Марк Тишман. И немножко обидно, когда появляются такие комментарии людей, которые пишут, что даже не знают, кто это. Слава богу, таких немного, но все же я решил оживить память и напомнить себе и людям, кто же этот ходячий талант. Итак, начиная с участия в конкурсе «Фабрика звезд», Марк Тишман смог достичь успеха во многих сферах. Он не только певец и композитор. Марка охотно приглашают быть ведущим различных мероприятий. Его голосом заговорили несколько мультяшных персонажей. Тишман очень много работает. Все заработанные деньги он вкладывает в саморазвитие. Одним из последних его проектов и начинаний была роль в театре одного актера. Для этого Марку пришлось даже выучить несколько фраз на китайском языке. Увлечение Марка творчеством и музыкой началось еще в детстве в родном городе Махачкале. Родители даже и подумать не могли, что их сын будет настолько увлечен музыкой, ведь их профессии были далеки от творчества. Но уже в начальной школе Марк начал обучаться игре на пианино. После последовали попытки создания собственных песен. В Махачкале Тишман создал свою музыкальную группу, с которой он выступал на различных мероприятиях. Спустя несколько лет таких выступлений Марк понял, что ему хочется дальнейшего развития. В это время как раз проходил набор для участия в конкурсе «Фабрика звезд». Парень подал заявку, прошел прослушивание с песней собственного сочинения и дошел до телевизионных эфиров. Победить ему на конкурсе не удалось, но он громко заявил о себе, как о талантливом исполнителе и композиторе. Именно после «Фабрики звезд» Марк Тишман стал интересен продюсерам, журналистам и девушкам. Но несмотря на свою известность, артист еще не встретил свою единственную, с которой готов был прожить счастливо всю жизнь. Артист обещал своим поклонникам, что к 33 годам обзаведется женой, а может даже и детьми. Сейчас Марку почти 40 лет, и свое обещание он так и не исполнил. Он находится в поисках своей идеальной спутницы жизни. Артист предпочитает найти одну женщину на всю жизнь, чем менять их как перчатки и читать сообщения об очередном разводе. Тишман не скрывает, что с годами найти себе жену становится все сложнее и сложнее. Растут требования к будущей избраннице, а тех, кто соответствует им, становится все меньше. Но это не повод довольствоваться малым и снижать свою планку. Певец не теряет надежды на то, что обязательно обретет любящую семью. А пока все его время занято работой и саморазвитием. А с вами был канал Гарик Талисман ТВ. До новых встреч, пока-пока.